Доброе утро. Сейчас у нас 10:30. Полину отвела в школу, Денис на работе. У меня через полчаса будет прием у Лора. Вот, пойду, короче, решать, что тут с этим горлом. Ой, вообще, вычитал в интернете. Это такая тема дурная, блин, с этим интернетом. Что якобы это, если у кого-то есть что-то с желудком, какие-то хронические заболевания, то это вообще как бы идет оттуда. Посмотрю, что мне скажут. Если нужно промывать миндалины, буду записываться на промывание. Но вообще говорят, что если горло болит только, допустим, утром, а потом после питья какого-то проходит, либо это пересушенная слизистая, либо соляная кислота, когда выбрасывается из желудка, она как бы обжигает. И вот получается такая картина, что когда попьешь, как бы смоешь вот это все, и оно проходит. Ну, не знаю. В прошлый раз мне вообще сказали, что у меня хронический тонзиллит якобы. И потом у меня еще вроде как две квартиры. Одна точно, вторая не знаю. Я сейчас посмотрю, как налажусь. Если спина болеть не будет, то поеду. Если будет, то пойду домой. Но, в принципе, я уже как бы выровнялась. Поэтому не знаю. Но посмотрю, что будет вообще после первой даже квартиры. Налажусь, и будет еще больше, блин, стопудово болеть. Но посмотрим. Купила маску, потому что, наверное, без маски не пустят в поликлинику. Короче, минут 15 назад я ушла из поликлиники, доехала сюда до работы, ничего до этого не снимала. Вот, сейчас по дороге расскажу, короче, что сказали. Пошла, значит, к врачу общей практики. Говорю, мне больничный не нужен, поэтому мне только процедурки надо назначить. Короче, вроде на 10 раз, если не ошибаюсь, назначили магнит и токи. Ой, блин, ноги болят. Вот, назначили, короче, магнит и токи. Вот. И потом после этого я сразу... Это я пошла по острой боли. А после этого я попёрлась, короче, к этому, к Лору. Посмотрели уши, все нормально. Нос и горло проверили. В итоге сказали купить морскую водичку и пшикать периодически в нос, когда будет сухая слизистая. Потому что из-за того, что пересыхает нос, образуются корочки, и я не могу дышать. Вот я и говорила, что у меня, ну, как бы что-то мешает, как будто. А там, получается, корки вот эти. Из-за этого я начинаю дышать ртом, все воспаляется. И прицепляется всякая, короче, дрянь к миндалинам. Но, так как миндалины, короче, с такими довольно-таки широкими этими лакунами, то, короче, их нужно промывать. Назначили мне, значит, 5 раз этих промывашек. Стоит эта услуга за одно промывание 5 рублей 25 копеек. Сказала, не больно. Зато, говорит, раз в полгода и забыла. Миндалины в хорошем состоянии, не тряпочки, удалять ничего мне не надо. Вот. Я сказала, короче, пшикать нос, увлажнять слизистую. Ну и 16-го мне на 13:30 на процедуры. Так еще одна там, короче, курица хотела впереди меня пролезть. Я говорю, уже, говорю, 10:13, а мне на 10:12. Потому что мужика какого-то там промывали. И она говорит, а я на больничном, мне на 10:27. И что мне, говорю, бля, покланяться, что ли? Ну, в итоге пошла, естественно, сама нагавкала на нее там и все, и прошла. Я говорю, нахрена я тогда записывалась? Я иду в этот дом, в угловой прям. Сейчас, короче, квартиру эту уберу. И хочу зайти в Добраном, посмотреть, суши будут, не будут. Я бы купила, я уже давно их не ела. Не хочу Бургер Кинга. Я бы съела суши. Ой, бля, спина болит. И, короче, я как Полину сегодня поведу на кружок. Я после кружка ее сразу пойду, короче, на прогревание. Ну и оставшиеся дни там уже, не знаю, в какое-то в другое время буду ходить. Но факт, что отхожу, и хоть полегче станет. Вот так вот я уже выровнялась. Сейчас попробую поработать. Если не получится, то, увы, попрусь домой. И в пятницу у меня еще эндокринолог. Попрошу анализы сдать на гормоны. Вот, помыла волосы, я сейчас как одуванчик. Кучулка, блин, зеркала у них постоянно грязные. Все, едем, едем, едем. Едем, едем, едем. Та-дам!
Сейчас часик и домой. Тут вообще чистенько. Постельное сейчас перестелю. Влажная уборка. И все. Хорошо, что в прошлый раз я закрыла эту комнату. Хотя бы меньше шастали там, короче, не шастали. В итоге только тут, в ванной, в туалете. И там все, приступаю. И скоро домой. Красота. Мне сегодня должны газоны покосить там на работе. И, бляха, завтра подметать. Кошмар. Красота какая. Погода супер. У нас очень тепло. Все, я уже отработала. Очень долго сидела, ждала, пока мне привезет постель. Застелить. Капец, не могут сами, блин. Постоянно так вот сидишь по полчаса, потом ждешь. Короче, в Белмаркет заходила. Там суши не продают. Пойду в Доброном. Если не будет, то пофиг. Поеду домой, завтра, может, куплю. Все равно завтра тут буду в этих степях. Полкилограмма Калифорнии, 14,99. Так что сейчас приеду и вкусненько-вкусненько покушаю. Класс. 9 числа готовили, сегодня 10, вчерашние. Красотулечки. Вот, короче, какая тут красота. Я открыла коробку, так вкусно пахнет, обалдеть. Рыбу, кстати, красную я не особо люблю, но иногда могу съесть. Так что буду кушать. Всем приятного аппетита. Вот уже могли бы одну положить такую, чтобы красивенько смотрелось. Не хватило для меня. Ну, все, буду кушать наконец-таки. И уже через полчаса примерно за Полиной. Офигеть, я долго ждала автобус. Он так спит прикольно, уже не первый раз так замечаю, просто мордашкой в этот, в кровать. Смешнюха. Блин, как тепло. Я иду за Полиной, а у нас вообще пипец, погода такая, что дома прохладнее, чем на улице. Так не пробить. Не пробить. Все, мы идем домой. Купили кока-колу. Фигу. Пусть нагреется, она с холодильника. Один раз попила и все. Сейчас придем домой. Тут она ледяная. Я просто подержу. Не надо. Она мне охлаждает руку. Все, уроки сделали, идем на кружок. Я взяла полотенце и документы. Иду, короче, на прогревание. Когда я погреюсь, Денис как раз подойдет к поликлинике, мы пойдем в магазин. Ну, короче, планы поменялись. Сейчас Денис подъедет и будет меня сидеть в поликлинике ждать, короче. Я прогреюсь, потом с ним в магаз схожу. Пришли мы уже из магазина, короче, купили палку колбаски. Двинской. Мороженое. Полине мороженое. Кофе. Два таких. Сыр и батон. Вот, завтра будет с собой брать бутерброды, поэтому ничего, в принципе, другого не брали. Все. И на сегодня у нас макарошки будут с колбаской на вечер. И уже скоро выходить за Полиной. Я веду уже Полину домой. Купили еще Денису мороженое. Не хочу, говорит, в магазине, а в итоге пошла, называется, за ней, так уже захотел. Ну, и себе сникерс большой взяла. Полине маленький сникерс. И мармеладки. Да? 4 поделки, говорит, делали. Ой, сейчас упаду. Все, идем домой. Я тут стою, короче, делаю бутерброды. На завтра. Такие красивые. И сейчас еще сделаю себе штучки 2. Попью с кофе. Достала что-то я тостер. Я его сейчас ставлю сюда. Потому что если его где-то поставить там, либо там, мы про него просто забываем. Поэтому решила, короче, сделать бутики. Полина уже 2 ест. С сыром. Хотела вообще изначально масло купить. Но, блин, короче, решила что-то с сыром сделать. И пожарила хлебушек.
красотульки. Кстати, этот хлеб, который жареный в тостере, он намного полезнее, чем в таком виде. И менее калорийный. Вот так вот. Ну, как бы сухари, в принципе, и так полезны. Вот, я их так охлаждаю, потом делаю бутерброды. Красота получается. И пойду монтировать видос про зоопарк. Там пипец. Запасайтесь чаем и смотрите, потому что будет видос длинный.